Не буду вам мешать. Давайте заново. Мой муж не начинает. Дорогие друзья, вы сейчас где находитесь? Мы находимся в Турции на сборах. Ну в какой команде? Мы в команде Кубань, но находимся рядом с нашим любимым Шинником, которому исполнилось 60 лет. Хотелось бы поздравить болельщиков, всех, кто играл, футболистов, персонал, который за все эти 60 лет все были в команде. Большое им спасибо, что такой клуб, который реально как семья у всех стал. Желаем больших успехов этому любимому клубу, чтобы в итоге вышли в премьер-лигу вместе с нами только. Ну так вы вернетесь тогда? Мы вернемся. В этом году? Постараемся в этом году вернуться. Хотелось бы, конечно, когда-нибудь вернуться в Шинник. Тем более, город для меня не чужой, хоть я и москвич, но Шинник реально возвращаюсь как домой. Ярославль для меня стал родным. У тебя родился сын? Да, сын второй у меня родился в Ярославле. А я женился. По самой красивой девушке, да? Самой красивой девушке, и заметьте, в майке Шинника. И жена моя родилась тоже в майке Шинника. На стадионе Шинник. Ну, мы вас ждем. Спасибо. 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 Вам удачи. Всего хорошего.